Всем привет! Сегодняшний видеообзор это будет своего рода небольшой лайфхак, как можно определить наличие либо отсутствие в трубе теплого пола кислородного барьера ЭВОВИЧ. Для эксперимента будем использовать самый простой способ, это йодовый маркер, который мы будем наносить на поверхность трубы, когда речь идет о наружном кислородном барьере. А наружный кислородный барьер применяется в 90% случаях во всех типах труб при производстве, как в европейских, так и украинских трубах. Итак, начнем сначала с брендовых труб и покажем, в чем отличие. Давайте начнем с одной из самых известных, популярных на сегодняшний день труб. Это торговая марка Rehau, Германия. Кусочек у нас оригинальной трубы. Кроме того, что она идет 17 диаметра, на ней есть кислородный барьер. И мы это сейчас проверим. Берем маркер и проверим, как ведет себя кислородный барьер. Наносим йодовый маркер на поверхность стенки. И видим, он через буквально несколько секунд вступает в реакцию, темнеет. И этот маркер йодовый уже не стирается. То есть мы пробуем его вытереть. То есть он не вытирается. Видите? Вот так вот ведет себя кислородный наружный барьер в трубах теплого водяного пола. И для сравнения мы возьмем вот подделка на трубу Rehau. Мы ее уже как-то показывали в наших видеообзорах. Вот тут есть маркировка. Трубу можно найти по очень интересной цене в Украине. И также нанесем йодовый маркер. Вот он нанесен, видно, да? Но никакой реакции, мы видим, не происходит. И теперь для того, чтобы понять, что ничего не происходит, мы берем просто этот маркер, вытираем, и вот он, йод остается на поверхности салфетки. То есть в этом случае, когда идет речь об оригинальной трубе, маркер йодовый не вытирается, салфетка чистая. В этом случае это оригинальная труба. Акцентирую внимание на том, что сейчас мы просто определяем наличие и отсутствие кислородного барьера. Мы для примера, для образца взяли просто оригинальную трубу и подделку на нее. Теперь следующая труба – это труба торговой марки ICMA Italia. Вот маркер у нас затертый, кусочек для образца мы ее тоже использовали в своих тестах, когда нагревали феном. И сделаем точно такой же опыт. Берем трубу торговой марки ICMA, наносим маркер и видим. Маркер через несколько секунд меняет оттенок на более темный. Берем салфетку и пробуем вытереть. Мы видим, что салфетка абсолютно чистая. В этой трубе есть кислородный барьер. И теперь такой же эксперимент мы проведем с подделкой, которая очень похожа на трубу ICMA. Тут есть сохранилась вот маркер Made in Italy. Вот еще здесь видим наличие кислородного барьера, маркировка EVOVICH. И попробуем сделать то же самое. Проверим, есть ли здесь кислородный барьер. Нанесли маркер. И попробуем его вытереть. Видите, никакой реакции нету. Чистая салфетка. Вытерли. И маркер остался на салфетке. Таким образом. И теперь для примера мы будем делать аналогичные опыты с трубами. Ну вот нам
Также удалось найти некую трубу якобы европейского происхождения. Вот написано Made in UA. Вот. А все европейские трубы, как мы знаем, для теплого пола, они по евросертификату должны быть с кислородным барьером. Проводим такую же операцию. Наносим маркер. Эту трубу мы купили в одном из интернет-магазинов. Берем салфетку, где тут у нас осталось еще чистое место, вот, и вытираем. Вытираем, и маркер остается на салфетке. То есть в этой трубе кислородного барьера нет. Откладываем в сторону. Берем следующую трубу. Вот здесь вот написано. Труба сделана по итальянской технологии, написано, да. Эту трубу мы тоже приобрели для образца в одном из интернет-магазинов Украины. Нанесли йодовый маркер. Видим, что реакции никакой не происходит. И вытираем. Маркер остался на салфетке. Кислородного барьера в этой трубе нет. Следующая труба, тоже, которую нам принес один из клиентов. Эту трубу ему выдали за чешскую. И тоже якобы она с кислородным барьером. Ну, потом с клиентом это все проверили. И выяснили, что это не совсем так. Маркер йодовый нанесли, вытираем, и йодовый маркер остается у нас на салфетке. Вот так вот. Так что в этой трубе тоже кислородного барьера нет. А теперь давайте посмотрим те трубы, которые продаются на сайте Albatros Сантехника, кроме трубы Rehau, кроме трубы ИКМА оригинальной. Вот у нас есть труба Джекотерм торговой марки Джекомини. Это также оригинальная труба производства Италии. Давайте нанесем маркер на эту трубу. Видим, что он сразу потемнел. И пробуем вытереть этот маркер. Видим, салфетка чистая, маркер поменял цвет, вступил в реакцию, остался на месте. Труба Джекомини, которую вы можете приобрести на сайте Albatros Сантехника, имеет кислородный барьер. Дальше идем. Труба торговой марки HeatPEX, класса PEX A. Видим маркировку наличия кислородного барьера. Труба производится на торговой площадке в Израиле или в Испании. Проверим таким же образом, есть ли здесь кислородный барьер. Наносим йодовый маркер. И видим, он моментально меняет цвет, вступает в реакцию. Берем салфетку. Потерли. Ну, видим, что маркер не стирается, он остается на поверхности, вступил в реакцию. Кислородный барьер на трубе торговой марки HeatPEX, класса PEX A, есть. Напомню, что все эти трубы вы можете приобрести на сайте Albatros Сантехника. Далее труба торговой марки RAFTEC, немецкая торговая марка. Делается она на производственной площадке в Испании, в Барселоне, на заводе Pipex. Также сделаем такой эксперимент. Наносим йодовый маркер. Видим, он сразу меняет цвет. Йод вступает в реакцию с кислородным слоем, который находится на поверхности трубы. И теперь мы попробуем его стереть. Маркер остается на поверхности. Кислородный барьер на этой трубе есть.
Далее, один из немногих представителей среди украинских производителей, с которым мы давно работаем, торговой марки TNT Group. Это труба класса PERT Тип 2. Давайте проверим, есть ли здесь кислородный барьер. Отмечаем маркером поверхность трубы. Видим также, что сразу меняется цвет. И пробуем вытереть. Маркер остается на поверхности. Труба торговой марки TNT Group, которая представлена на сайте Albatros Сантехника, имеет кислородный барьер. Далее, труба торговой марки HeatPEX класса PEX A. Это труба для пуш-фитинга 16 на 2,2. Также сделаем метку и проверим. Видим, маркер поменял цвет. И попробуем его вытереть. И видим, что маркер остается на поверхности, значит, на трубе торговой марки HeatPEX кислородный барьер есть. Напомним, что все трубы, которые продаются на сайте Albatros Сантехника, проходят предварительную тестировку, испытания как нашими монтажниками, так и сотрудниками нашей фирмы. После этого идут в продажу. Было полезно? Ставь лайк, подписывайся на канал. До новых встреч. Пока.